Баба Капа летает, трудится, как пчелка. Ой, она же и есть пчелка. Лунтик, я приготовила пирожки. Пойдем покушаешь? Здравствуй, Баба Капа. Здравствуй, Лунтик. Здравствуйте, Пупсень и Вупсень. Ага, а где здесь пироги, которые нас пригласили есть? Фу, какое бескультурье. А чё? Так, никаких пирогов, пока эти грубияны не научатся себя вести как следует. Сейчас же смотрим на наши семейные фотографии. На них все отлично показано. Я чихнула, и Шер желает мне выздороветь. Говорит, будьте здоровы, Капа. Шер проснулся, а я вошла пожелать ему доброго утра. Здесь мы с генералом Шером встретились. Он говорит мне «Здравствуйте». Тут Шер провинился и просит прощения. Он говорит «Или извини, или прошу прощения». Шер просит меня передать ему соль и говорит «Пожалуйста». Шер кушает, и я желаю ему приятного аппетита. Тут я приготовила Шеру пирогов. Он покушал и благодарит меня, говорит мне спасибо. Я ложусь спать, и Шер желает мне спокойной ночи. Тут Шер уходит, и я прощаюсь с ним, говорю до свидания. Ну вот теперь вам все понятно. Кажется, да. Извините нас. Пожалуйста. Ну, это совсем другое дело. А теперь можно нам всем пирогов? Ну, конечно. Приятного вам аппетита. Спасибо. Поздравляю! Ты справился с первым своим заданием. Выполни все, и ты получишь приз.